хорошо просматривается лось. Охотник с луком. Охотники. Здесь что-то подобие лошади. Козлы. И дальше, смотрите, вся галерея поверху. Просматривается на верхней галерее скачущая морал, моралика и мораленок. Да. Одно изображение оленное, ветвистые рога, а второе козел, да? Это считают, что это были определенные отметки, которые оставляли о себе племена, отмечали территорию. Кто-то относит это просто к художественным изыскам, да? Попытке запечатлеть то, что происходило вокруг. Кто-то наделяет особыми сакральными свойствами. Это целая история народов, живших и занимавших эти территории. Thank you.
Thank you.